Вечер добрый, уважаемые партнеры, гости, если такие есть. Сегодня у нас четверг, и мы будем с вами говорить о нашем замечательном маркетинге. Тут маленечко у нас был такой перерыв, Эльвира в отъезде, я тоже была в отъезде, и поэтому мы пока не проводили зумы, да? Так, смотрю, у нас Фания здесь. Если это вы, то я вас поздравляю со статусом сапфира, если вы его вчера закрыли. Прям молодцы, молодцы. Будем разбирать маркетинг. То очень быстро можно выйти на хорошие доходы. Но настолько он щедрый, настолько он продуман в том плане, если, допустим, даже человек делает займ, чтобы зайти, да, он легко может быстренько с ним, то есть рассчитаться. Ну, как бы никого не призываю к этому, каждый вправе решать самому, как ему комфортно, как ему удобно. Так, ну что, начинаем, значит, мы маркетинг. Меня попросили рассказать сегодня в рублях, значит, будем говорить в рублях. Потому что, наверное, рубли лучше откладываются у нас. Итак, M International, бизнес-модель маркетинга у нас бинар. Что такое бинар? Бинар – это два направления, то есть можно сказать левая ножка, правая ножка, либо можно сказать, что... Так, просьба, просьба, микрофончики, микрофончики, пожалуйста, шум есть. То есть у бинара всего два направления. То есть мы в первую линию, когда ставим людей, конечно, мы можем поставить людей до бесконечности. Не один и два, а намного-много больше. То есть и 50, и 20, и 100 человек. Все зависит от того, насколько вы готовы приглашать и делиться информацией о нашей компании, о нашем продукте, о наших доходах. Потому что любого человека интересует, скажем, кого-то интересует именно продукт, кого-то интересует и продукт, и доход. Ну, естественно, кого интересует доход, естественно, он также изучает продукт, чтобы нам можно было смело говорить. Итак, знаете, как обычно в бинарных направлениях всегда имеется там либо два, либо три варианта входа. У нас с вами четыре варианта входа. Первый вариант – это Silver. Второй вариант – это пакет Gold. Вот эти два варианта, Silver и Gold, это у нас считается потребительские пакеты. Либо прийти занять место в бинаре, либо просто для начала попробовать продукт. Пакет Silver стоит $110. Мы работаем сегодня по курсу 90 рублей 1 доллар. И поэтому в рублевом эквиваленте это 10 100 рублей. Вы получаете два продукта на ваш выбор. То есть, когда вы ознакомились с продуктом и сами для себя решили, как будете приобретать. Пакет Gold в рублях – это 50 тысяч рублей. Вы приобретаете 10 продуктов, то есть 10 коробок продукта, именно тот продукт, который вы сами для себя выбрали. А вот пакет Platina и пакет Supreme – это считается уже бизнес-пакеты. И когда вы начинаете строить команду, структуру, да, выращивать, то вот именно эти два пакета, они вам дают все начисления от компании. Мимо вас не пролетят никакие, скажем, вознаграждения. Пакет, значит, 99 800 рублей, где вы приобретаете 20 коробок продукции на ваш выбор. То есть вы изначально ознакомились и определились, какой продукт вам нужен. Ну, конечно, на сегодняшний день у нас продукт на расхват, так скажем, и его маленько не хватает. Но скоро все устаканится, все наладится, и будем брать то, что нам надо. И пакет Supreme в рублях – это 298 500 рублей, и вы берете 60 коробок. Опять продукт на ваш выбор. Какой пожелали, тот и приобрели. И, конечно же, вот эти два пакета, когда вы начинаете работать в своем регионе, если учесть даже нашу сегодняшнюю ситуацию, что происходит, задержки, скажем, с доставочкой, очень удобно. Вы взяли пакет платина, у вас 20 коробок. В любом случае вы начинаете с первых двух, ну, с первого Green Max, потом My Max добавляете. Но в любом случае вам три коробочки, из чего вы будете начинать,
хватит на месяц. И своей продукции вы можете своим новичкам уже выделить продукт. А если пакет Supreme, то это мини-склад в вашем регионе. Поэтому те, кто пришли серьезно заняться данным направлением, развивать команды, то есть делиться информацией, строить структуру, то для вас, конечно, это пакет Платина либо Supreme. Значит, маркетинг у нас бинарный. Вы знаете, компания за нас заранее продумала. То есть, когда мы ранее, если приходили в бинарные маркетинги, мы всегда старались сразу под собой сделать еще же себя, так скажем. Зарегистрировать маму, папу, брата, свата, неважно кого. То есть, это вы, и сразу под собой сделать еще как бы себя, да? Но это в зависимости от того, разрешает компания или нет, то есть, кого поставить. У нас же... Компания уже заранее это предусмотрела. При регистрации она вам делает два подарочных кабинета сразу под вами. То есть подарочные в каком смысле слова, что вы их в любом случае будете проплачивать на тот пакет, на какой пожелаете, но они будут стоять сразу под вами. И когда команда будет выстраиваться либо в левую сторону, либо в правую, да, левая ножка правая, то весь товарооборот, который будет проходить, он будет касаться именно вот этих подарочных кабинетов. Так, значит, вы можете зайти на пакет Silver, Gold, либо Platinum. А вот два нижних кабинета, конечно, есть рекомендация. Активируйте их сразу, чтобы баллы не проходили мимо. Можно, конечно, активировать на пакет Silver. Вы всегда сможете с Сильвера перейти на пакет Gold, с Голда перейти на пакет Platinum. Так, сейчас, секундочку. На пакет Platinum всегда можете перейти. Но вот здесь я хочу как бы обратить ваше внимание, если вы желаете зайти на пакет Supreme, то у вас все три бизнес-кабинета будут активны в один день. И Supreme делается в один день. То есть зашли. Ну вот, допустим, у вас есть сутки. К примеру, в час дня вы сделали себе верхний кабинет. Через, ну, скажем, через 2 часа вы сделали нижний кабинет, скажем, номер 2. И номер 3, там, ну, может быть, следом. Главное сделать в один день. Тогда только вы будете на пакете Supreme. Если вы, допустим, пожелаете сейчас зайти на пакет Платина, спустя неделю еще раз под собой сделать платину, спустя там 2 дня сделать платину, вы останетесь на пакете платина. Supreme делается в один день. Поэтому, когда будете переходить из одного пакета поднимать на другой, обратите на это внимание. И обязательно говорите об этом новичкам, потому что если вы не донесете информацию, поверьте, новичок потом вам скажет, а почему ты мне об этом не рассказал? Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть виды бонусов. Вообще у компании 9 видов вознаграждения. 9 видов. Это скидочный бонус, это реферальный бонус, это реферальный бонус от второй линии, переходной бонус, бинарный бонус, бонус активации. И обратите внимание, что где есть бонус активации, тут есть 3 подпункта. То есть, когда вы делаете бонус активации, вы опять зарабатываете повторно скидочный бонус, реферальный бонус и бинарный бонус. Но об этом мы, конечно, поговорим. Ну и далее, 7-й вид – это бонус за статус, потому что у нас есть карьерный рост. И поверьте, очень хорошо продуманный компанией, что без напряга. 8-й – лидерский бонус – это за воспитание лидера. Да, вот у нас 9-й бонус. И лидерский бонус, когда вы растете по статусу. Итак, начнем. Скидочный бонус. Что же это такое? Мы говорим еще иначе кэшбэк. Любой из нас, кто приходит в магазин, мы всегда любим кэшбэк. Когда нам дают определенную сумму, что на повторную покупку у нас будет скидка, либо там еще, да, так вот у нас это тоже скидочный бонус. Если вы заходите на пакет Silver за $110, да, это 10 100 рублей, приобретаете 2 коробочки, вам в кабинет на ваш кошелек вернется 2888 рублей. Если вы на пакете Gold, то вам вернется 14 400 рублей, платина 28 800, ну а если пакет Supreme, 86 400 рублей. Как вы можете воспользоваться данным видом дохода?
То есть первый раз при регистрации нам компания делает скидочный бонус 40% от BV. Каждый пакет имеет свой балл, так как у нас компания продуктовая, поэтому у нас есть баллы. Так вот, при каждой повторной, последующей покупке товара вы можете воспользоваться данным бонусом, кэшбэком. Ну, вам вновь и опять будет начисляться, но уже 20%. Первый раз вы получаете 40% скидки, на все последующие разы будет 20% скидка. То есть мы его забираем только продуктом. Следующий вид заработка – это реферальный бонус. Реферальный бонус – это за рекомендацию. То есть вы приобрели для себя продукт, рассказали своим знакомым, родственникам, друзьям, то есть своему близкому окружению, и, скажем, ваши знакомые изъявили желание точно так же приобрести продукт для себя, для своего здоровья. Так вот, если вы на пакете Silver и приглашаете такого же Silver, вы получаете 2888 рублей. Эти деньги вы можете забрать сразу. То есть начисляются они мгновенно на ваш кошелек, как только мы сделали регистрацию. Если вы сами на пакете Silver, но приглашаете пакет Gold, то вы получите здесь уже 30%. Вот реферальный бонус также зависит от пакетов. Либо вы получите 40%, либо 30%, либо 20%. Так вот, если вы Silver и приглашаете пакет Gold, то вы получите 30%, то есть 10 800 рублей, это будет ваша рефералочка. То есть компания вас поощряет за то, что вы поделились информацией. А вот тут обратите внимание, если вы на пакете Silver, но у вас приходит человек по вашей рекомендации на пакет Platinum либо Supreme, вы получаете 20%. Всего 20% от BV. На платине 14 400 рублей, на пакете Supreme 43 200 рублей. На пакете Gold вы будете получать за Silver 40%, за Gold 40%, за платину и за Supreme 30%. А вот все основные начисления, чтобы мимо вас не проходили деньги, это с бизнес-пакетов. Это пакет Платина и пакет Суприм. Неважно, на какой пакет будут у вас заходить ваши люди, вы будете за каждый пакет получать 40%. Допустим, вы Платина, у вас пришел Сильвер, вы получили 2888 рублей. То есть разницы нету, да? Если вы Платина, и у вас пришел пакет Голд, вы получаете 14 400 рублей, как и на пакете Голд. А вот если вы платина и у вас заходит платина, то вы получаете 40%, 28 800 рублей. Обратите внимание, какая разница. Ну и, соответственно, если у вас человек заходит на пакет Supreme, соответственно, вы получаете 86 400 рублей. Обратите внимание, какая разница, да, идет. Ну и если вы Supreme, у вас такие же будут начисления, потому что мимо вас деньги не пройдут. Пакет Платина и пакет Суприм – это бизнес-пакеты. Реферальный бонус от второй линии. И вот тут тоже обратите внимание, именно отсюда начинаются все начисления на пакеты, бизнес-пакеты. Это Платина и Суприм. То есть это 5% от BV. К примеру, вы на пакете Платина. Ваша первая линия приходит и тоже заходит на пакет Платина. Вы свой реферальный бонус получаете, как положено, $320, 28 888 рублей. И ваша первая линия приглашает к себе в первую линию тоже пакет Платина. Для вас это будет вторая линия. Вам компания начислит 5% от BV, потому что пакет Платина 800 BV, это будет 3600 рублей. А представляете, у вас, допустим, в первой линии будет 10 человек, которые пришли на пакет Платина. И ваша первая линия пригласит по 10 человек, которые точно так же зайдут на пакет Платина. Вот эти 3600 рублей, посчитайте сами, сколько раз вы можете их заработать. Тем более на пакет мы заходим один-единственный раз. Конечно, у нас активность есть, но об этом чуть попозже. И если вы
ну, то есть вы платина, и у вас во вторую линию заходит, скажем, человек на пакет Supreme, это дает 2400 BV, 5%, это 10 800 рублей. Опять-таки, ради интереса, вот представьте, сколько у вас может зайти человек во вторую линию именно на пакет Supreme, и сколько раз вы можете заработать вот эти деньги, 10 800 рублей. Тут скажу сразу, если, к примеру, по какой-то причине, ну, вот тут переходной бонус, да, вот давайте на нем разберем, я вернусь сюда. К примеру, вы на пакете платина, у вас первая линия на пакете Silver, и он приглашает к себе в первую линию человека, который планирует зайти на пакет платина. Вот тут есть два варианта, либо быстренько самому зайти на пакет платина, либо мимо вас пройдет бонус, да. Вспомните вот этот слайд. Если вы Silver, у вас заходит платина, вы зарабатываете 20%. А 20% уходят вашему наставнику, либо тому наставнику, кто именно на пакете платина. Вот в чем разница. И вот тут я хочу заметить, да, еще такой момент. Если, к примеру, вы на пакете платина, ой, извините, на пакете Silver, у вас пришел человек на пакет платина, соответственно, вы получите 20%. И если приходит вторая линия тоже на пакет платина, вот эти 5% они уходят в компанию. Если при переходном бонусе 20% уходят тому наставнику, кто на пакете платина, ну, к примеру, вот здесь Silver, тут Silver, и тут человек приходит на платину, вот эти 160 долларов, либо 14 400 рублей уйдут к следующему наставнику по структурному ряду, то 5% уходят в компанию. Это уже проверено практикой. Так, следующий вид заработка – это бинарный бонус, тоже очень жирный, очень вкусный. Скажу так, что у нас бинар с вами до бесконечности, он не обрезной, поэтому нам интересен партнер абсолютно на любой глубине. Пускай это даже будет сотая глубина, потому что мы с вами пришли серьезно и надолго, да, только-только идет открытие рынка. Так вот, бинарный бонус нам начисляется 10% от BV по малой ветке. А что такое малая ветка? К примеру, как я сказала, два направления. Направление А, допустим, это левая ножка, и направление Б – это правая ножка. Одна из ножек у нас называется спилловер, потому что вы эту ножку развиваете со своим наставником. Ну, при условии, что у вас наставник пришел именно зарабатывать, что он активно будет делиться информации, то есть будет приглашать людей. Если, к примеру, бывает такая ситуация, пришел человек, взял для себя продукт, ну, и вот, скажем, вам рассказал, вы пришли, зарегистрировались, а ваш наставник ничего не делает, тогда, соответственно, спилловера не будет. Так вот, как показывает практика, одна ножка может убежать вперед. И, к примеру, вот здесь у вас скопился, скажем, определенный товарооборот. Здесь пришел партнер на пакет Gold. Вот по малой ножке 10% от BV вам и начислят. То есть, если Silver-Silver, соотношение 80 на 80 BV, это будет 8 долларов. 720 рублей. Почему не больше? Не 810. Причина в том, что у нас, как бы это не причина, компания тоже рассмотрела заранее. Смотри, что мне. И что она сделала? У нас есть еще M-Pointы, то есть это отдельный кошелек для ML-магазина. Так вот, 10% от бинара уходит в M-Point кошелек. Поэтому маленечко поменьше начисления. Если, скажем, у вас пришел партнер на пакет Gold слева и справа, то вам будет идти начисление 40 долларов, 3600 рублей. Платина-платина 7200 рублей. Supreme-Supreme 21 600 рублей. По бинару. Здесь даже не обязательно это будут ваши лично приглашенные люди. То есть вы пришли, пригласили одного, второго, и ваши люди начинают делиться информацией. Тот товарооборот, на какие пакеты они будут заходить, у вас будет скапливаться товарооборот, а вам компания будет начислять бинарный бонус. Так вот, бинарный бонус начисляется. Вот мы сегодня день отработали,
С 19 до 20 Москвы происходит обновление сайта. Потом вы заходите в кабинет, и у вас будет начисление по бинару. Если, скажем, переходной бонус, реферальный бонус от второй линии и реферальный бонус от прямых, скажем, ваших личников, вы зарабатываете сразу, то бинар вы зарабатываете на следующий день. В чем разница между пакетами? Да, как бы изначально я сказала, что пакет Платина и Суприм – это бизнес-пакеты. Конечно, вы можете зайти на любой пакет и в любое время поднять свой пакет. Здесь единственное, есть ограничение именно по бинару. Я не говорю про реферальный бонус, а говорю именно про бинар. Если вы на пакете Silver, то вы в день по бинару можете забирать только 100 долларов. Если у вас, к примеру, в день по бинару придет 120, 20 уйдет в компанию, вы же заберете только 100. На пакете Gold 500, на пакете Platinum 1000, на пакете Supreme 3000 долларов. Не забывайте, что у нас с вами три бизнес-места. Поэтому у нас доход идет от 10 до 30%. Что это такое? Давайте вернемся вот на слайд. Сейчас, секундочку. Принять. Вот давайте вернемся на самый первый слайд. Вот ваш первый бизнес-аккаунт. Вы изначально строите внешние позиции, то есть левую ножку и правую. Потом переходите, вы приглашаете людей под, скажем, это ваше подарочное место, и внутреннюю ножку левой ноги. Да? То есть это будет внешнее, это будет внутреннее. То же самое и с подарочным местом номер 3. Будет внешняя ножка и внутреннее. Так вот, у вас здесь будет даваться бинар, здесь бинар и здесь бинар. Поэтому у нас от 10 до 30% вы будете зарабатывать по бинару. Изначально укрепляем внешние позиции, потом уходим на внутренние ножки. Отключите, пожалуйста, микрофон. У кого-то микрофон. Так, секундочку. Принять. Идем дальше. Следующий бонус – бонус за статус. Знаете, когда я рассматривала данный маркетинг, меня вот данный бонус, прям вот, знаете, настолько он меня привлек. Почему привлек? В предыдущих компаниях, чтобы подняться по карьерной лестнице, да, по статусам, надо было делать либо групповой, держать товарооборот, да, либо там от первой линии ты зависишь. Но когда я узнала, что здесь у нас идет накопительно, вот, знаете, меня это настолько еще больше расположила именно к данному маркетингу. Что это такое? Вы пришли, зарегистрировались, рассказали одному человеку. Ну, допустим, он у вас заходит на пакет платина. Вы зарабатываете 28 800 рублей. Ну, или в долларах, скажем, это 320 долларов. Приходит второй партнер, также третий партнер. И вот этот чек плюс, то есть реферальный бонус за личное приглашение, реферальный бонус от второй линии, бинарный бонус, переходной бонус. Это все плюс. И как только вы накопите суммарно, неважно за какой период, может это будет месяц, может это будет 2 недели, может это будет 3 месяца, компания вас не подгоняет, условия не ставит. Все зависит только от вас. Вы накопили 3888 долларов, соответственно, вы эти деньги выводите, вы можете ими пользоваться. Вы становитесь первым статусом, сапфир. Вот, кстати, у нас вчера вечером, да, в связи с тем, что у нас разный часовой пояс, да, опять в структуре закрылись 2 сапфира, это Фания и Хабир. Я вас поздравляю. Понимаете, ребята, девчата выходят на статусы, ну вот как сделал, так и вышел. Так вот, компания вас поощряет премией, то есть 100 долларов, и эти деньги начисляются 1 числа каждого месяца. Вот завтра 31, если вы в этом месяце закрыли, то 1 апреля вы получите свой бонус за статус сапфир 100 долларов. Ну и, соответственно, будет значок, серебряный значок с сапфирами.
Что происходит дальше? У вас идут люди, и опять к вашему чеку 3888 плюс, и вы опять суммарно накопили 8888 долларов. Это вы становитесь рубином, и вас компания опять поощряет 200 долларов. Опять-таки начисление первого числа каждого месяца. И опять значок, серебряный значок с рубинами. И так далее. Как только вы суммарно заработали 18888, становитесь изумрудом. Компания вас поощряет 300 долларов и также значок серебряный с изумрудами. Так вот у нас есть эта команда Уфы, это звезда, это Лилия Абдулина. За 4 месяца, даже чуть поменьше, она закрыла статус изумруда. Вот понимаете, насколько человек разобрался в маркетинге, насколько он ей зашел, зашел продукт и сам маркетинг, что просто охота двигаться и двигаться дальше. Тоже мои поздравления. Это вы проходите серебряный путь. Как только вы зарабатываете 38888 долларов, вы становитесь даймонд-директором, то есть вы переходите на золотой путь. И вот тут вам бонус 1000 долларов и плюс уже значок из золота, то есть 585-я проба с 27 бриллиантами и путешествие на одного человека. Либо вы... Ну и 7 тысяч на авто, либо вы забираете, ну это на 100, по промо, да, если за год достигнуть, вы забираете либо деньгами, либо едете от компании и так далее, да. Чем выше ваш чек, тем выше ваш статус. И везде идут вознаграждения. Лидерский бонус. Что же это такое, да? Вот давайте рассмотрим. Мы говорим, что ты суммарно заработал 3888 долларов и стал сапфиром. Но вот тут есть условия. Надо, чтобы в правой ножке и в левой ножке у вас было тут два личника и тут два личника. Поэтому надеяться на переливы, если вы желаете идти по карьерной лестнице, не стоит надеяться на вашего наставника. У каждого своя скорость. Пригласили сюда двоих, все, сделали условия, суммарно накопили, да, вы становитесь сапфиром. И вот тут для вас компания открывает дополнительный доход. Вы будете иметь 2% от первой и второй линии, чек с чека. Он также начисляется первого числа каждого месяца. Рубин 4,4 и еще плюс открывается третья и четвертая линия, также 2%. То есть это будет уже первая, вторая, третья, четвертая линия. Изумруд. 8-8. Вот знаете, вот здесь не важно, на какой пакет ваш партнер. А вот когда вы, чтобы стать даймонд-директором, вот тут уже условия другие. У вас должно быть 16 партнеров на пакет платина и 16 партнеров, то есть вправо и влево тоже на пакет платина. Ну и тут также 2%, но уже 7-8 линия. Понимаете, что юбка расширяется, соответственно, тут доход, вот это и есть пассивный доход. Будет больше и больше и больше. Также есть бонус за воспитание лидера. Что это такое? У нас у каждого человека есть свой наставник. Он в любом случае нам помогает на первом этапе провести встречи, рандеву, да, как там зарегистрировать. Ну, то есть как бы обучает и помогает человеку. Так вот, когда вы, допустим, достигли статуса, у вас есть команда. Вот как только у вас правой ножки и в левой ножке будет по одному сапфиру, сапфир, вас компания также поощряет 100 долларов. Рубин, 200 долларов. Изумруд, 300. Даймонд-директор, 1000 долларов и так далее. И вот бонус за активацию. Так как компания у нас продуктовая, мы каждые 45 дней делаем активность своего кабинета. Всего на одну коробочку. Вот тут мы можем воспользоваться своим кэшбэком. Одна коробочка стоит 60 долларов, то есть 30 долларов вы добавляете либо живых денег, либо из заработанных. И 30 долларов снимается с кэшбэка. Вы проплатили одну коробочку и опять-таки зарабатываете бонусы. То есть мы говорим про пакет платина, да? Реферальный бонус получаете 40, это 3600. Бинарный бонус получаете. Бинарный бонус получаете 3600. И скидочный бонус опять-таки возвращается 14 400 рублей.
Ну вот на этом, наверное, и все по маркетингу. Времени у нас остается буквально 5 минут. Если есть какие-то вопросы, можете, конечно, их задать. Я смотрю, вот тут Фания поднимала руку. У вас какой-то вопрос есть? Да, Светлана, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если у меня пакет платинум, то две ножки у меня обязательно должны быть платинум или голд можно? Не поняла. То есть ваши подарочные места, либо люди, которые заходят на пакеты? Нет, мои подарочные места. Ваши подарочные вы можете изначально их активировать на пакет Silver. Пройдет время, вы можете, допустим, ну, к примеру, Silver, то есть ваш основной кабинет Silver, Silver. У вас рано или поздно закончится продукт. Вы можете одно из своих подарочных мест поднять на пакет Gold. Допустим, первый кабинет, второй кабинет, через какое-то время третий кабинет. У вас заканчивается продукт. Тогда вы их поднимаете до пакета, ну, до пакета платина. Платина, платина. Чтобы был продукт. А так вы можете остаться на пакете Silver. Но еще момент, когда вы будете развивать свои вот именно подарочные кабинеты, учтите, если он останется на пакете Silver, по бинару вы заработаете только в день 100 долларов. Если вы поднимете на пакет Gold, то 500, а если платина, то 1000 долларов в день. Но это можно сделать со временем. Главное, что ваш верхний кабинет на пакете платина. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Если еще есть вопросы, давайте, время есть, можно задать. Маркетинг, знаете, вот настолько он продуман, я с каждым днем все в него больше и больше и больше влюбляюсь. Вот знаете, настолько интересно, вот даже есть с кем сравнить с другим маркетингом, да, что активность одна коробочка. И знаете, что самое такое, вот тоже изюминка такая, очень вкусная, говорите об этом. Если, допустим, у вас, ну, скажем, скорость меньше, чем может прийти ваш партнер. Даже если он раньше вас закроет статус, поверьте, он остается в вашей команде. То есть нет такого, что он уходит к вышестоящему. У каждого своя скорость, еще раз повторяю. Партнер останется у вас в структуре. Это тоже, знаете, огромный-огромный плюс. Поэтому чем дальше смотрим по маркетингу, вот он реально, он вкусный, он жирный. И когда мне люди говорят, ой, там нету денег, там по маркетингу, стыдно. Надо просто научиться открывать рот и не бояться этого. Потому что мы пришли с вами для себя, когда вы получаете свой результат, в любом случае, либо на вас обратят внимание, либо вы кому-то сами будете рассказывать, либо о тех возможностях, которые финансовые. Но в любом случае вы будете говорить изначально о продукте. Так, 2 минутки до окончания. Скажите, если есть вопросы, можете задать. Если нет, то тогда будем завершать. Так, вопросов нету, да? Ну, на этом будем завершать.